Отделом МВД России по городу Нефтекамск разыскивается Посатова Елена Андреевна, 1990 года рождения. Родные потеряли с ней связь 25 июня этого года, но не заявляли в полицию. Приметы девушки – рост 167 сантиметров, на вид 25 лет, худощавого телосложения. При наличии информации о ее местонахождении просим сообщить в дежурную часть полиции по номерам 02 или 22902.